Во вторник в 19:00 из Березняков в сторону Соликамска ехал 44-летний водитель на автомобиле «Джили Атлас». Недалеко от моста китайский автомобиль занесло под самосвал «Вольво», а у грузовика пробило топливный бак, а «Джили» после удара перевернулась на бок. Легковушка стала напоминать груду металлолома, и очевидцы предполагали, что водитель мог не выжить. На самом деле он получил лишь пару ушибов. Помощь медиков не понадобилась никому.